И главный свидетель в деле по обрушению подпорной стены на Свободном давал сегодня показания в суде. Руководитель муниципального предприятия Управления дорог и благоустройства Геннадий Игнатьев сказал, что он первым узнал о проблеме и доложил о ней главе Красноярска Эдхаму Акбулатову. По словам Игнатьева, он стал инициатором первой комиссии на месте будущего ЧП с приглашенными специалистами из СФУ еще за 2 недели до трагедии. К слову, через 2 дня после выполнения ремонтных работ 31 августа Игнатьеву доложили, что работы выполнены не в полном объеме, в частности, специалисты не обследовали основание стены. Но об этом тогда Игнатьев докладывать не стал. Как заявил сегодня на суде сам Геннадий Игнатьев, об этом он и не должен был никому докладывать. Но самое главное, адвокаты обвиняемых акцентировали внимание, что именно предприятие, которым руководит Игнатьев, должно было контролировать ремонтные работы на злополучной стене. В соответствии с уставом, организация Игнатьева – это учреждение, которое создано администрацией непосредственно для того, чтобы осуществлять функции технического надзора и контроля. Для этого у них есть соответствующие полномочия, соответствующая квалификация. Департамент же в лице Гончарова не обладает ни специализацией такой, поэтому он не может в данном случае контролировать работы, в которых он не разбирается, которых он не понимает. Поскольку обязанности регламентированы Игнатьева непосредственно уставом, то он самым непосредственным образом и самым тщательным образом должен был контролировать ход работ. Другой организации в структуре мэрии просто не существует.